Друзья, вот так вот здесь красиво. Интересно, что здесь будет в 2031, 41, наверное, я уже не доживу. Друзья, жалко, вы не можете вдыхать этот воздух, которым я сейчас дышу. Но я думаю, вы представляете себе, да? Друзья, давайте зайдем, не знаю, как правильно, в этот питомник. И посмотрим, какие там есть животные. Люди говорят, что каких-то привезли. Видите, вольерный комплекс дом Лани. Друзья, вот такие вот здесь. Прям как в Дмитриеве я был. Видеоролик тоже. Тут вот какие, видимо, какие здесь бывают насекомые. Я выкладывал, кто-то из вас, наверное, смотрел его, кто-то нет. Посмотрите, если не смотрели. Там тоже были куры интересные, птицы, вернее, всякие. И голуби, и куры. Хотя, друзья, в какой-то степени это тоже животные. Птица, там, не знаю, лисица, для меня это все одно и то же животное. Давайте посмотрим. Насладимся. Здесь уже реально пахнет. Пахнет животными. Как в зоопарке. Наверное, всем знаком с детства этот запах зоопарка. Вывески интересные, люди, видите. Хотят как птицы, видите, крыльями взмахнуть. А ходить, друзья, здесь нельзя по газонам, видите надпись. Друзья, если меня выгонят или оштрафуют, то хотя бы я поснимаю для вас этот видеоролик. На свой страх и риск, как я обычно говорю. Запах здесь, конечно, стоит аж, бьет в нос. Не каждому это, конечно, понравится. Особенно от кроликов. Друзья, это Лань. Люди тоже снимают. Друзья, я думаю, этот видеоролик заслуживает вот такого жирного лайка. Давайте поближе. Поближе подойдем. И поснимаем. Смотрите, какой красавец. Вон там вот зайдите, очень красивые олени. Вот. А если хотите, можете на мой канал подписаться. Я их прям крупным планом снял. Вот как с вами сейчас стою. Они так редко подходят. И можете посмотреть видео. Жека называется канал. Жека, родительский дом. Вот в поиске Ютуба наберите. И вот где-то через неделю я смонтирую, я выложу. Плюс я вот в Дмитриеве тоже снимал, тоже вот, ну там больше животных тоже, если любите YouTube смотреть, посмотрите. Надеюсь, это видео, друзья, заслуживает вот такого вот жирного лайка, комментариев и подписки, если вы не подписаны на канал Жека, на мой, друзья, канал. Друзья, вот так вот здесь красиво. Такой вот тротуар. Видите? Ну, что-то сегодня очень как-то много людей. Как-то я не ожидал, что сегодня будет столько людей, друзья. Как-то очень-очень много. Наверное, то, что сегодня суббота, 7 августа 2021 года. Интересно, что здесь будет в 2031, 41. Наверное, я уже не доживу. Скорее всего, друзья. Но видео-то останется. Надеюсь, YouTube еще будет существовать. И вы посмотрите, включите, нажмете на это видео. И будете наслаждаться тем, что сейчас мы с вами видим. Моими глазами вы смотрите на всю вот эту, друзья, красоту. Вот. Жалко, вы не можете, друзья, сейчас разверну камеру. Друзья, жалко, вы не можете вдыхать этот воздух, которым я сейчас дышу. Я думаю, вы представляете себе, да, как это на природе, конечно, много еловых деревьев и также лиственные, да, и воздух здесь, конечно, очень чистый, приятно дышится, очень приятно. Всем советую выезд на природу. Такой вот, друзья, парк уже заканчивается, это дорожка. Мы выходим на проезжую часть. Там, кстати, храм, который я вам обещал показать, находится. И, кстати, лечебница прямо на нас с вами смотрит. Вот мужчина где пошел, то есть он свернул налево, а нам прямо вот куда, бабулька зонтиком. И там идет бабулька зонтиком, там находится прямо перед нами, я так понял, санаторий для
душевно больных, психоневрологический, ну не диспансер, а как у них называют, типа психушки что-то. Кстати, трактор поехал. Видимо, моет асфальт. Ну что бы мыть, друзья, дождик пошел, видите, пошел дождик. И вон, кстати, вот этот вот, я вам говорил, питомник с животными. Но животных здесь нет, я был здесь пару месяцев назад, но животных, к сожалению, так и не обнаружил. Видимо, он закрылся временно, вернее, не то что даже закрылся, а туда на территорию вошел, но скорее всего просто животных куда-то переместили. С чем это связано, друзья, я не знаю, поэтому не могу вам точно ответить. Надо брать нормальную видеокамеру, устал я уже, замучаюсь сделать видеомонтаж. Я с телефона, хотя его делаю, но это даже в чем-то сложнее, чем, например, с компьютера. Видите, люди пришли животных посмотреть. Так, ну что-то животных я не вижу. Давайте тоже с вами пройдем и посмотрим. А что там, есть там животные там? Да. А, привезли уже, что-то был. Нет, они... Все, я тоже там точно. Да не, я был здесь месяца полтора назад. Не было, вот, был этот, как его, лось. Был там плотиться, а вот этих не было там, то что там написано, там лисица даже, я вот читал. Друзья, давайте пройдемте с вами. Пройдемся, вернее, зайдем, не знаю, как правильно, в этот питомник и посмотрим, какие там есть животные. Люди говорят, что каких-то привезли. Вот. Вот так. Такой вот, друзья. Такая вот там табличка, надпись на ней. Ну, можете почитать то, что липовая аллея высажена ветеранами и жителями Зеленограда в память о воинах 354-й стрелковой дивизии в 2013 году. На это к питомнику, думаю, информация никак не относится. Давайте с вами зайдем в сам питомник. Вот, и видите, вольерный комплекс дом Лани. Посмотрим, что есть там интересного. Давайте пройдем вовнутрь и посмотрим, что есть. Ну, пахнет уже как в зоопарке. Друзья, гуляют люди. Я был здесь месяца полтора назад. Животных здесь не было. Видимо, их куда-то перевозили. И вот сейчас, на радость вам и мне тоже, их привезли. Видите, какой... О, какая лосиха деревянная. Или лось это кто? Он это или она? О, проходи. Маленькая девочка. Здесь даже куры есть. Какие красивые, смотри, куры. А что, говорит, потом с ним делают? Когда он наполнится. Увозят, меняют на другой. Друзья, вот такие вот здесь. Прям как в Дмитриеве я был. Видеоролик тоже я выкладывал, кто-то из вас, наверное, смотрел его, кто-то нет. Посмотрите, если не смотрели. Там тоже были куры интересные, птицы, вернее, всякие. И голуби, и куры. Вот, и здесь такая надпись. Назло нам с вами, спасибо, что не ходите по газонам. Но по газонам я планировал походить, чтобы поснимать.
этих вот птиц пока что, до животных мы с вами не дошли. Хотя, друзья, в какой-то степени это тоже животные. Птица, там, не знаю, лисица, для меня это все одно и то же животное. Давайте посмотрим, посладимся. Какие вот здесь, друзья, породу. А, вот, кстати, что это за домашняя курица. Видите, домашняя курица. Ну, что-то на домашнюю как-то она не очень смахивает. Вот те вот, вот эти вот рыжие, да, а вот эти вот какие-то они. Пишите в комментариях, что это, друзья, за порода кур. Давайте я поближе сниму. Думаю, меня за это не оштрафуют. Такие вот, друзья, куры. Они поближе подошли к нам с вами. Ладно, давайте не будем лазить по газонам. Какие-то здесь вывески интересные, люди, видите, хотят как птицы, видите, крыльями взмахнуть. Так. Вы знаете, здесь тоже какие-то животные, но я их не вижу. А, вон. Тут, кстати, друзья, королевский фазан. Это мы с вами находимся в Зеленограде. Вон он, друзья, фазан. Друзья, если меня выгонят или оштрафуют, то хотя бы я поснимаю для вас этот видеоролик. На свой страх и риск, как я обычно говорю. Смотрите, это у нас, наверное, да, золотой фазан. Такой, друзья, мы нам его с вами посмотреть поближе. Вот он, друзья, красавец. Смотрите, да, как, какой какой красавец, друзья. Но из-за вот этой вот крапивы его не очень видно хорошо, за крапивой вернее. Ну, как могу, я вам показываю. В принципе, вот он, красавец. Что-то там нарыл себе, клюет, наверное, корм. У него вольерка, клетка такая. Вот этот, у него такая ветка, на ней, наверное, он отдыхает. Видите, как важно шагает, пошагивает, друзья. Ладно, пойдемте дальше. Пойдемте дальше. Я тут уже наследил так нормально. Так. Тут вот какие, видимо, какие здесь бывают насекомые в этом парке. Смотрите. Интересно мне лично, вам не знаю, а мне интересно. Ну ладно, не будем тратить время. Смотрите, друзья, здесь уже реально, друзья, здесь уже реально пахнет животными, как в зоопарке. Наверное, всем знаком с детства этот запах зоопарка. Запах с животными. Кому-то он, наверное, до тошноты противен, а мне наоборот довольно-таки окунает меня в детство. Вот, да, правильно слово, наверное, подобрал.
Друзья, это у нас домашняя индейка. Смотрю, сюда домашние птицы очень много. Наверное, для городских жителей, кто, у кого нет деревни, кто не в городе. Ой, кто, вернее, в городе, друзья, проживает, извиняюсь. Для тех это и... Я хочу диких поснимать для вас, друзья, диких животных. Надеюсь, мне это удастся сегодня. Видите, какой... Я поближе подойду. Смотрите, какой индюк. Индюк бегает тоже. Друзья, дождик. О, очень сильный дождик. Как назло. Вот животные попрятались в вольер. Интересно, тут штрафы есть, то, что по газонам ходишь, или нет? Охранник подойдет к вам. Подойдет, да? Уже было такое, да? Да, я еще наблюдала такое. Угу. Смотрю, вся птица попряталась из-за дождика. А их же увозили, да, по-моему, этих животных? Так. Друзья, мускусная утка. И вот здесь тоже утки. Надо было что-нибудь с собой взять, чтобы покормить. Мы ничего с вами не взяли. Друзья, вон кролики. Да, зайка вышел, зайчики вышли. А что-то как-то далеко они от народа этих кроликов поместили. Что даже если ребенок вот такой вот маленький, то вообще не увидит, что там находится. А ходить, друзья, здесь нельзя по газонам. Видите надпись? Белые кролики. Вон, кстати, друзья. Вот так, я думаю, лучше видно. Хотя бы вот так для вас поснимаю. Вы можете сами сюда приехать. Вот. И понаблюдать. Вот, друзья, и утка выползла, вышла. Видите, друзья, приехал поснимать как я гуляю в парке с вами. А оказались мы с вами оказались в питомнике. Видите, как интересно. Вот. Ну давайте, раз мы в питомнике, я вместе с вами, вернее, вы вместе со мной посмотрите всех этих животных интересных. Но запах здесь, конечно, стоит, аж бьет в нос. Не каждому это, конечно, понравится. Особенно от кроликов. Запах очень такой резкий, который бьет прям нос в глаза. Но я человек деревенский, я привык. Для городских людей, конечно, это будет, друзья, в диковинку. Такие вот
кролики. Поближе к ним, друзья, подобраться. Видите, да? Он бегает. Больше, друзья, та птичка на цесарку похожа. Бегает, бегает. А кролики, конечно, здесь очень гигантские. Зайцевые кролики. Написано на вывеске, на этой. На табличке. Вот она. Сесарка, друзья. Поближе подойду. Такая вот. Птица, и вон утка. Ну и всем видно. Такая вот, друзья, утка. И не хочет под дождик обратно. Там вы слышите, колокола звенят, друзья. Оттуда звук доносится, там находится храм. Никольский храм. Никольская церковь, храм. Наверное, больше храм. Так. Давайте дальше с вами. Пойдем, думаю, здесь съемка не запрещена, думаю. Можно поснимать. Вот мостик. Детишки с родителями гуляют. Ваши документы. Чем дети такие? Друзья, здесь тоже такие вот лавочки. Давайте яркость подправлю. Друзья, видите надпись: животных не кормить, они могут погибнуть. Это оленя, да, я так понимаю? Лань. Лань? Друзья, это лань. Их-то очень они далеко. Люди тоже снимают. Красавец. Сюда. Не боятся, наверное, ближе подходить. Рога, конечно, шикарные. Тут маленький, друзья, я так понимаю. Вот это вот олененок.
тут уже родители. Друзья, я думаю, этот видеоролик заслуживает вот такого жирного лайка, комментариев. Смотрите, как он близко к нам решил подойти. Здесь вот красавец. Давайте поближе. Поближе подойдем и поснимаем. Смотрите, какой красавец. Друзья, давайте проследуем за красавцем. Куда он нас приведет? Шикарные рога, как бархатные. Посмотрел и шел по своим делам. Смотри, какие смешные. Это оленята. А тот был взрослый, у него рога есть. Да. Вон они. Верблюд. Друзья, вся семейка в сборе. Папа оленей, оленята. Они в таком лесу разве обитают? Мама! Друзья, маму, наверное, съели, но лучше бы это было не так. Давайте с вами пойдем дальше гулять. Надеюсь, это видео, друзья, заслуживает вот такого жирного лайка, комментариев и подписки, если вы не подписаны на канал Жека, на мой, друзья, канал. Пойдемте.
принципе, мы с вами уже посмотрели самое интересное. Ради чего стоило, друзья, здесь оказаться. Друзья, давайте повернем налево. Может быть, там тоже какие-то есть животные. А нет, здесь аптекарский огород. Я не знаю, друзья, что это обозначает название. Напишите в комментариях, что это такое, аптекарский огород. Наверное, какие-то здесь редкие виды растений, которые используются в медицине. Может, даже научный. Но мы с вами сюда не за этим пришли, а посмотреть животных, которых мы с вами увидели. Здесь, кстати, закрыто сюда. Я так понимаю, пока нельзя зайти. Вы, друзья, здесь замок висит. Видите, замок. Сюда попасть нам с вами не получится. Люди на меня смотрят, как на корреспондента, репортера, на блогера. Сейчас слово модное — блогер. Вон уже и, друзья, и утки. Зайцы, кролики, уже и утки вышли. Мы с вами можем на уток полюбоваться. Друзья, ставим обязательно лайки, друзья, и комментарии. Ну, я очень вас прошу поставить какие-нибудь интересные комментарии. Вы не часто это делаете, но я же не зря хожу по газонам. Рискую, что меня отсюда выгонят. И все ради вас, друзья, ради ваших лайков, друзья, и комментариев. Поэтому прошу также подписаться на мой канал, на наш с вами. Если вы подпишетесь, друзья, будет канал наш с вами, Жека. Такие вот, друзья, утки. И цесарка. Вот это вот, друзья, цесарка. Вот это вот утки. Вот это вот. Я не знаю, почему здесь ничего не написано. Написано серебряный фазан и мускусная утка. Ну вот она, друзья, мускусная утка. Такая вот. Видите, некоторые из вас просят, чтобы я не комментировал видео. Давайте поэтому я немного помолчу. И мы лучше с вами посмотрим, чтобы потом не говорили, что я там, зачем я говорю, в ролики какие-то слова вставляю, вставки. Думаю, друзья, утки не очень интересно. Самое интересное — это были олени, ради которых мы сюда пришли, попали. Вообще раньше, друзья, раньше назывался этот питомник «Дом Лани». Он, по-моему, сейчас так называется. Вот. Лани мы не увидели, но олени. Хотя это, наверное, может, и есть лань, друзья. А, да, я спутал с ламой, друзья. Наверное, лани мы с вами и увидели то, ради чего я сюда в прошлый раз приходил, но не получил того результата, который у меня вышел сегодня. Поснимать для вас с Ваней. Мы это сделали. Такие вот птички, друзья. Смотрите, какие. Какая интересная птица. Вот так поснимаю поближе, чтобы вы рассмотрели. И вот здесь индюшки.
давайте поближе. Посмотрим. Смотрите, какая важная птица, да, друзья, это индюк, если кто не знал, почему есть такое выражение, как надулся, как индюк. Они также, друзья, надуваются, когда злятся. Обыкновенно это птица. Вот это индюки. Все, не уходи. Так что, друзья, не будьте индюками. Вот они там. Друзья, не будьте индюками, а подписывайтесь на канал, ставьте лайки и такие вот жирные комментарии. Индюк. Домашняя индейка. Дождичек прошел, им там немножко намочил, грязь сделал, да? Ну и домик вон там, они поднимаются, дожди прячутся. Тише, кто нас ругает, и они убегут, спрячутся. Кричать тут нельзя. Да, проще смотреть на глазки. Друзья, пойдемте уже к выходу. Ой, длинный будет ролик. Но думаю, вам он зайдет. Давайте напоследок поснимаем. Смотрите, какая птица красивая. Не знаю, видно вам, нет. Не буду я уже ходить по газонам больше. Прям такая жар птица огненная. Золотой фазан. Как-то они расстояние сделали, что если ребенок вообще, мне кажется, не увидит, особенно кролики там. Подойти нельзя, что ли? А? Подойти. Ну я ходил, как бы, не знаю, ходил, ну. Если выгонят контент для Ютуба, чего там, как меня с пинками отсюда выкинут. Но если ближе, если вернее отсюда не видно, то чего делать? Нет. Смотри, там такое тоже. Друзья, вот это золотой фазан. А вы впервые, да? Да. Вон там вот зайдите, очень красивые олени. Вот. А если хотите, можете на мой канал подписаться. Я их прям крупным планом снял. Вот так с вами сейчас стою. Они так редко подходят. И можете посмотреть видео. Жека называется канал. Жека, родительский дом, вот в поиске Ютуба наберите. И вот где-то через неделю я смонтирую, я выложу. Хорошо. Плюс я вот в Дмитрове тоже снимал, тоже вот. Ну там больше животных тоже, если любите Ютуб смотреть, посмотрите. Хорошо. Спасибо. Хорошего дня вам. И вам. Сима. Друзья. Друзья, давайте пойдем уже вон отсюда. Видите, я себе новых подписчиков нашел. Надеюсь, люди на меня подпишутся, как и вы, кто не подписан. Вот. Ну и, конечно, поставить лайки и комментарии. Буду я повторять и много раз повторять, что я хотел бы от вас. Слышите гром, друзья? Гроза. Скоро будет, наверное, ливень сильный. Поэтому нам сегодня крупно повезло, что мы все-таки поснимали такие интересные, друзья, кадры. Давайте, друзья, пока.